продолжается и череда онлайн-встреч по вопросам благоустройства парка Швейцария к 800-летию Нижнего Новгорода. Уже завтра, 30 июля, состоятся очередные общественные слушания. Участники видеоконференции обсудят наполнение павильонов зимнего сада и эко-школы, которые будут находиться между остановками улицы Сурикова и кинотеатром «Электрон». На их базе планируют создать образовательные и экспозиционные эко-центры. Постройки должны аккуратно вписаться между деревьями. На следующем этапе обсуждения главными темами станут туризм, общепит, объекты культурного наследия и непосредственно программа мероприятий.